Приветствуем наших подписчиков и гостей канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы уделим практике с лавровым листом и поговорим о том, как с помощью лаврового листа вы можете привлечь деньги в ваш кошелек. Как мы все знаем, лавровый лист используют в ритуалах на процветание, на изобилие и на деньги. И в этом видео мы уделим внимание тому, как вы можете привлечь деньги лавровым листом в ваш кошелек. И достаточно сказать всего одну фразу. И эта практика на деньги достаточно проста для того, чтобы ее каждый мог провести. Итак, что вам понадобится? Вам понадобится на растущей луне выбрать лавровый лист. По возможности он должен быть целый и без повреждений. Затем вложите его в отделение для банкнот и скажите три раза следующие слова. Деньги к деньгам, достаток к достатку. И вот это волшебство будет притягивать деньги к вашему уже имеющемуся капиталу. Но ритуал, обращаем ваше внимание, нет смысла проводить, если ваш кошелек пустой. Поэтому положите хотя бы 100 рублей, чтобы процесс привлечения денег пошел быстрее. Также не возбраняется заговаривать таким способом несколько кошельков за один день. Ну а если в дальнейшем время от времени повторять эти слова на уже вложенный лист, богатство придет быстрее. И такой лист, ну, с деньгами нужно носить до тех пор, пока листок лавровый не искрошится. Это будет означать, что магия все сделала от нее зависящее. А кусочки лаврового листа заройте в цветочный горшок, для того, чтобы энергия притяжения денег оставалась в вашем доме. А далее, при необходимости, заговорите новый лавровый лист. И так вы можете делать сколько вам угодно раз. Ну а мы всем вам желаем изобилия и процветания.